И всем привет, мои друзья! С вами я, Муслим Киргоков, и сегодня мы будем с вами играть PUBG Mobile. Мой человечек с калашом только стоит. Давайте сыграем сегодня одну каточку от первого лица. Погнали! Напишите мне в комментариях, снимать ли дальше с PUBG Mobile или перейти на другие игры. К примеру, которые я снимал 60 секунд. Или другие игры, которые... Если хотите, напишите в комментариях. Сейчас я тоже себя настрою, чтобы можно было выглядывать из-за угла. Наклон вот. Эй, что за? Вот. Оп. Нет. Давайте на бункер выпрыгнем. Там, наверное, хороший лут будет. Но я не знаю. Если будет супер лут и моя любимая МК-416, то все. Это топ-10 точно. Потому что я обожаю МК-416 и могу завалить любого с ней. Так, ищем бункеры. Пролетаем с ними. Вот шелтер, бункеры. Так, где эти бункеры сами? А, вот они. Так. Напишите в комментах, что мне еще снимать. Пока что, если наберется хотя бы 3 лайка или 5 комментариев, то я буду, то я запущу стрим, и мы с вами поиграем. Только что говорил, что у меня моя любимая эмочка. 416 поля, она у меня сразу третий рюкзак. Ничего себе, хорошо вырвался в бункер сразу. Первый шлем, второй броник. Дальше надо бежать. Только патроны в инвентаре. Воу, вы посмотрите, что я нашел. Вот это находка. Что пускай будет лежать. Да, СКС тоже крутое оружие, я на нее поставлю X8. Пускай стоит. Перезаряжайся. Так, давайте сходим сюда. Вниз. Пулемет он мне не нужен. Дробовики, арбалет, скар. Напишите в комментариях, что вам больше нравится, скар или МК-416. Пойдемте через этот выход. Я не знаю, походу я выйду просто с бункера. Если да, то я зайду через... Да, я через другой ход сейчас зайду. Все будет чиксен-пуксен. Интересно, кто-нибудь тоже в бункера прыгнул? Или только я один? Запись идет. Да, запись идет. Вперед.
Интересно. Вау, вау. Да что такое? Еще один третий рюкзак. Ничего себе. Круто. Ничего себе, у меня почти только приклад надо. Треугольник, или как он там называется, найти. Или от Эмкера 1416. Все. Полностью заряженная Эмка. Круто будет. Блин, все, походу я весь бункер облутал. Из таких самых крутых находок это Эмка, Х8. Ой, что? Поверни мне Х8 у него. Так, самый четкий лут это Х8, Эмочка, граната и все. Если вдруг что, для меня граната это самое любимое оружие. Обожаю гранаты. Кто-нибудь тут рядом будет поблизости? Ну-ка, если вот это вот прочекать. Я тут был или нет? А, да, был. Фигня. Уп-уп-уп. На дороге, по-моему, стояла багги. Я так помню. Вот оно, багги. Ну, так, давайте поедем тогда в школу. Там, наверное, сейчас пекло какое-нибудь. Я хочу посражаться немного. Да. Интересно. Нет ли меня в школе или нет? Чего я им там покажу, где раки занимают. Воу-воу, чё баги так занесло? Чего себе? Ох, а что такое? Привлекаем внимание, покатаемся вокруг школы немного. Достаточно. Бинты — это всегда хорошо. Что тут будет лежать? УЗИ. Тут видно, уже облутали все. Интересно. Наверное, я пойду на самый лучший этаж. Ну вот мы крыс. И отсюда я буду палить все. Так. Палим все через 8x. Опа. Все, что ли, постреляли? Да. Такой лут и ни одного убийства, блин.
такая плотная, глубокая. Батяра. Я люблю в ботах, это патроны. Они всегда приносят с собой дофига патронов. Это все мне уже не нужно. Патроны не собирал. Там дробь, по-моему, падал. Интересно, выпадет ли мне АВМ в дропе? Интересно. Воу-хоу! What the? Что это было? 3, 2, 1. Ой-ой-ой, вот я дурак. Мне туда гранату кинул. О, нет. Четко. Так, окей. Ничего мне тут делать. Вылет в центр зоны. Что там налет? Едем с самолетом. Давай, скидывай, скидывай, просто. Давай. А, блин, он его уже скинул, наверное. А я ел просто так за ним. Да, надо было бензин захватить. На всякий случай. Это вдруг сейчас. Опа-на. Уже столько зажал. Прицел прыгать начал. Что у него там такого крутого есть? Ох ты ж. Вот родной приклад М. Все, фул М-ка у меня. СКС. Ничего у него такого. Ручка у СКС есть, все. А так для топ-50 я заряжен просто на все 100. Надо поменять багетку, но я уже почти без бензина. Интересно. Ой, что такое, что за лаги? Наверное, залезу сейчас на эту гору. Буду контрить все точки. Что такое? Что в баге?
Я начал лагать. Вон он дроп. Какая-то желтая баги говно. Нет, блин. Вот я ног. И где она теперь дымилась? Он ничего не играет. Да. Easy, easy, real talk. Двоих за все время стоит. Блин. Бесит меня. Игроков вообще нет. Мода ботяра меня уже начинает удивлять. Это еще один. Боли утоляющие выпить еще одну. Ну. Надо стоя его выпивать, не получается ли. Так. Все идет четко. Так. Надо точно не тут встать вот так. Моя баги старая. Блин, наконец-то вон дроп. Мне надо будет к нему сейчас поехать. Наконец-то всем по мордам надавать. То мне уже надоело сидеть просто. Ох, хоть он 24 есть. Воу, что так подлагивает? Да где все люди? Ау! Не, нереально, этот раунд надо мной смеются. Вообще.
Ни одной единой души. Что запись да идет? Ё-моё, что так лагает? Опа. Так. Ух, на молчанке сыграл. Ого. Да блин, что-то я начал зажимать. В принципе, это МК создано, чтобы зажимать. Ух ты ж, печь. Прикиньте. Все, я готов, кто падет. Пока что 4x поставлю. Опа-на. Ух ты. Чё одни боты? Дайте мне нормальных игроков, а? Ну да, идет запись. Да, все идет. Все четко. Поставьте лайк под это видео. Просто 28x. 1.4x. Даже если я не займу топ-1. Просто поставьте лайк. Получил. Так, немного звука поддобавим. Сейчас по ним кто-то стреляет. Тринадцать еще живых. Надо взять мою эмочку. Девять килов.
то маловато. Я вставлю стрим в последнем видео, когда у меня было. Ой-ой-ой. Полил сюда. Ой-ой-ой. Ох, блин. Замер топ 8 только. Топ 9. И мне не дали. Стрелок, охотник за головами и берсерк. Да. Ладно, ребят. Спасибо за просмотр. Поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. И... всем пока-пока.